Делаем селедочный закусочный торт. Черный хлеб разминаю руками или блендером. Блендером в пульке, чтоб крошки не летали по всей кухне. К хлебу добавляю растопленное сливочное масло. Равномерно перемешиваю. Перенесла в кольцо и утрамбовываю. К мягкому сливочному сыру добавляю сметану. Мелко нарезанное филе сельди. Мелко нарезанный репчатый лук. Мелко нарезанный укроп. Распускаю агар-агар, вы можете использовать желатин. Равномерно все перемешиваем. Удаляю центр хлебной основы. Теперь все заполняю селедочной массой и отправляю в холодильник для застывания. Вынимаю из холодильника, вытаскиваю из формы и украшаю свое селедочное кольцо. Украсила веточками укропа, снежинками из перца и зернами граната. Полное видео по ссылке в комментариях.